В Чувашии стартовал республиканский конкурс молодежных предпринимательских проектов. Более 100 предприимчивых, творческих и социально ответственных молодых людей, лучшие по результатам конкурсного отбора, двигаются дальше. Самых талантливых предпринимателей организаторы обещают всему научить и даже помочь с воплощением их проектов в жизнь. «Быстрый старт» – конкурс для молодежных стартапов. Это своего рода курс молодого бойца-предпринимателя. Конкурс предоставляет реальные возможности для саморазвития и достижения цели. Всего подало заявок порядка свыше 500 человек на участие в этом проекте. И порядка 100 из них эксперты отобрали на образовательную программу. Это студенты первых, четвертых курсов, практически всех учебных заведений Чувашии. До апреля 2020 года лучших из этих 100 выявит жесткий многоуровневый отбор, четкие задачи тренингов, инновационного, социально значимого, инвестиционно-привлекательного создания бизнеса. Именно таким признан проект команды Виктора Сорокина. Развитие внутреннего туризма как в республике, так и в стране, это является приоритетной задачей. Мы участвовали в прошлом году, получили первое место, и на призовой фонд уже буквально пару недель назад мы открыли НКО, некоммерческую организацию, что позволит нам уже через полгода участвовать в грантовой системе, выигрывать гранты, что сильно поможет в продвижении нашего этнографического комплекса. В этом году уже мы будем защищать проект моего друга. Начать с нуля непросто. И тут всесторонняя целевая поддержка как нельзя кстати. Эксперты, действующие предприниматели делятся практическим опытом, как положительным, так и отрицательным. Умение завести диалог с любым человеком, умение быть хорошим слушателям и умение говорить с деловыми комплиментами. Тогда как одни уже закинули удочку, другие только оглядываются на берегу. Я еще не определился, думал, что сейчас актуально. Более, допустим, сейчас очень актуален здоровый образ жизни. Может быть, открыть спортзал. Каждый индивидуален, а тут хорошие соперники, надо стараться. В финале разработанные проекты команды представят экспертному жюри. Участники получат инструменты и знания, смогут развить свои ораторские и лидерские навыки. Победители получат дипломы и подарки. Главный приз – инвестиции в проект. А это счастливый билет для успешной карьеры начинающего предпринимателя. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.